Prvu polovinu mi ne igrali kak nada. Mehko, raslabljeno, daleko od igrakov zaštiti. Тоже они лучше били подбору, их был два подбора больше. На концу игры у нас был 10 подборов, я думаю, больше тогда. Второй половине мы боролись намного больше и про этого выиграли игру. Это тоже опыт. Был давление минус 8, третью, четвертый, потом плюс 10 для нас, 12, я думаю, тоже. Тогда это все опыт для игроков. Просто начали на них давить немножко, поактивнее сыграли в защите и попали броски дальние. Вот так удалось переломить игру. Во второй четверти мы стали агрессивнее идти на щит, забирать подборы, потому что после первой половины мы проигрывали подборы. Вот. Ну и, соответственно, Филипп Гафуров с активностью сделал результат. Мы просто не могли проиграть. Ну, последняя игра, хотелось выиграть. И в тайм-ауте собрались всеми, сказали, что мы не проиграем сегодня. И вышли и забрали эту игру. Хотелось проявить себя в последней игре. И вот недавно только с Дюбла приехал, там мне давали больше времени. И мне кажется, это помогло немного здесь. Я начал брать на себя. Сегодня пошло, и вот такая игра получилась. Для сезона я могу сказать, мы знали предсезон, да, у нас очень молодая команда, полтора года. Младше, чем прошлый год, чем мой первый год здесь. Тоже сами знали, да, у нас нет классического плеймейкера. Але у нас перва задача била, я думаю, ми ето зделали да зделем какой прогрес у игроков. Я думаю, ето видно, си они боле мене прогресировали, я думаю, тоже команда, ето видно, 4 победе подред, и я думаю, уровень игры нашей команды била лучшим каждую игру. В целом сезон выдался не так просто, как хотелось. Были и победы, и поражения, ну больше даже поражений. И на последнюю часть вот этих игр мы настраивались, чтобы победить, чтобы на позитивной ноте закончить этот сезон.